Добрый день, вы на канале Банковский, и сегодня мы поговорим о том, как оплатить кредит Росбанка через сайт Сбербанк Онлайн. Для этого, для начала вам нужно войти в сайт online.sberbank.ru, в личный его кабинет. Если вы не умеете это делать, то ссылку на видеоинструкцию вы найдете в описании, а мы перейдем сразу к платежам. Нажимаете в верхнем меню ссылочку «Переводы и платежи», находим «Погашение кредитов в другом банке», оказываемся дальше на странице со списком банков. Здесь мы ищем банк, банка нашего здесь нет, поэтому платеж будем производить по ссылке «Кредиты и переводы в другой банк» по БИК. Переходим по этой ссылке. Так как у меня несколько карт, мне необходимо выбрать ту, с которой будет происходить списание денежных средств. Если у вас одна, скорее всего, она будет поставлена автоматически. Дальше в поле БИК необходимо заполнить БИКом из вашего кредитного договора. Он находится в реквизитах, состоит из нескольких цифр. Так как у меня его нету, я воспользуюсь Яндексом и наберу Росбанк. Реквизиты. Вижу, что это официальный сайт. Перехожу на страницу реквизитов. Лучше, конечно, использовать для этого именно официальный сайт. И ищу БИК. БИК. Вот он. Нашел. Копирую. Вставляю на сайт Сбербанка. Нажимаю кнопочку «Продолжить». Дальше нужно убедиться, что Сбербанк нашел именно тот банк, который нам нужен. Вот мы видим ПАО «Росбанк». Это именно тот банк, который нам нужен. Дальше заполняем счет. Пишем фамилия, имя, отчество владельца счета полностью. И нажимаем кнопочку «Продолжить». После этого будет SMS-подтверждение. И ваш платеж будет совершен. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно было для вас полезным, поддержите нас подписками, лайками и комментариями. Удачного дня!